Всем привет! В этом туре будем играть на Кубок страны. Будем играть в основной своей форме. Нужно сделать, конечно, замены нам. Так, все игроки у нас немножко подустали. Выпускаем нашу звездочку Эонса. Нашего правого полузащитника выпускаем. Дальше. Мы приобрели Шапаренко вместо Ярмоленко. Так, какие у меня еще есть тут свеженькие игроки? Защитники. Что у нас по защите? Чуть-чуть поменяем защитника. Особо и не на кого сейчас и поменять. Все, будем так играть. Выходим на поле. Сразу в первом матче новичка. Протестируем, посмотрим, на что он способен. Старт матча. Смотрю, сбились настройки у FIFA. Сейчас ассистент мне показывает, видите, что нажимать и так далее. Не очень прикольно. В этом матче будем сразу атаковать. Уровень тренера. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых. И пойдем сейчас. Да, сбились настройки у FIFA. Нужно делать другие настройки. Возможно, еще по звуку сбились настройки там. Сейчас будет. Давайте посмотрим по настройкам. По звуку ли можно сейчас. Параметры. Так, по камере, по отображении. По звуку все как было. А тренера не могу сейчас. А вот тренер FIFA скрыть все. Продолжаем матч, чтобы этот тренер FIFA нам не мешал. Дебют игрока напоминает Шапаренко в команде. И вот он, Шапаренко наш. Его сбивают и штрафной. Филипп Андерсон, подача. Ну почему же Диангана не бежал на этот навес, на эту передачу? Дебютирует также у нас с молодежного состава Эванс. И еще один молодой правый полузащитник. Джиолини. А, Джелано. Джелано. Два игрока по 16 лет. Форварду 16 лет, рейтинг уже 65. А второй 58 рейтинг. Джелано, вот он.
Как раз ему пас был адресован, но не дошел. Пас по Джилан, по Эвансу большие у него перспективы. И можно его раскачать аж до рейтинга 90, и это будет довольно интересно. Стоит задача каждому из этих игроков увеличить рейтинг на 10 пунктов. И заиграть в 10 матчах в основном составе. Вот у нас первый матч, в котором мы их заигрываем. Задача понемножку выполняется. Ждал целых полсезона, чтобы их подписать за команду. Потому что у меня был перебор игроков. И сейчас уже меньше игроков стало, и я сумел их уже заиграть. Удар от Эванса. Я даже не ожидал, что мяч останется у него. Получилось так. Хорошая была подача, и защитник выбивает мяч на угловой. Филипп Андерсон подает. Хороший был удар. И опять угловой. Пока что это нам результат никакой не приносит. Пятая минута, пока что на ноль, пока что мы не смогли выйти вперед. Вот наш Эванс был с мячом, пас на Шапаренко. Шапаренко что-то тоже быстро устает. Защитник на Шапаренко не дает развернуться, дает передачу. Отличный пас на Диангана и гол в нижний левый угол. 1-0. Нужно забивать еще для комфорта, чтобы комфортно себя чувствовать в этом матче. Но начало уже положено, уже хорошо. Эванс спросил передачу, я ему давал. Я понимал, что вряд ли она к нему дойдет. Ну, пацан просил, надо было попробовать и дать. Шапаренко дает хороший пас на Филиппа Андерсона. Офсайд. В предыдущем матче я играл с Тоттенхэмом на выезде. И с большими усилиями этот матч я выиграл 3-2, проигрывая в игре 2-0. В начале игры компьютер мне изменил управление. Поменял клавиши между собой удар и навес. И из-за этого я как раз не мог привыкнуть к управлению. И в частности из-за этого пропустил 2 гола. И после первого тайма горел 2-0. Во втором тайме были моменты, которые я и из-за этих клавиш и испортил, и не забил. Но все же немножко старался не забывать, какой клавишей бить, какой навес делать и отбирать. Это особенно это и там, и там это влияет на игру. Но все же сумел вначале отыграть один мяч, потом свести в ничью, и потом даже забить победный гол. И целых еще 10 игровых минут защищался, и было множество моментов у Тоттенхэма, чтобы сравнять счет в матче. Хорошо, что все хорошо заканчивается. После этого я уже вышел с FIFA, перезагрузил ее несколько раз, и сейчас с управлением все ок, и играю на полную силу. Контратака моего соперника, и опять контратака. Опять я отбираю мяч, но с нарушением, судья свистит. Хочу посмотреть, как я в кадре. Не очень по центру, а если
Вот так вот. Так лучше, но... Давайте... Вот так вот сделаем. Все, хорошо. Еще чуть-чуть. Вот так вот по центру, хорошо. Вы меня хорошо видите. Хороший момент у команды. Хорошо играет мой воротник Донарума. Нужно делать передачу хорошую. Итак, Ярмоленко в паре у нас уже есть Шапаренко. А, хотел подписать еще Миколенко, но, к сожалению, этого мне не удалось. А, по той причине, что уведомление такое появилось, что... А, отличный гол, кстати, забиваю. Что у команды на эту позицию недостаточно мест. Я так понимаю, у Динамо или у меня, может. Может, у меня просто много игроков, нужно кого-то продать. Но нам немного выставлено игроков на трансфер, поэтому за это можно не волноваться. И гол у нас забил Джалиано, наш дебютант с молодежного состава, забивает гол. С чем его и поздравляем. И Джалиано с мячом пробрасывает наперед, хорошо мяч держит. Отыгрывается и с защитником. Хорошо себя предложил. Дает пас. Удар был в ближний, но игроки заблокировали. Может быть, хорошая контратака у соперника, но не получилось. Хороший пас на Эванса. Эванс остается с мячом, что уже хорошо. Пас на Джалиано. Хорошая связка Эван Джалиано с молодежного состава. Была передача в район 11-метровой отметки, но защитники выбивают, и игроков там, к сожалению, не оказалось никаких. Пас на Шапаренко. Шапаренко бьет, и воротник хорошо отбивает. Негрен на Миленда хотят поменять. Давайте поменяем. Хотя погорячился. Надо было, чтобы Миленда больше отдохнул. Кабак пробивал. И защитники выносят мяч. За поле. Следующий матч у нас в Карабао Кап с Ливерпулем. У нас сейчас кубковые матчи в Англии. Это непосредственно за главный кубок Англии, а это... то будет второстепенный кубок. Так, много игр в этом сезоне будет, много сыграем по всем фронтам. Игры, суперкубки, суперкубок благополучно первый я проиграл свой. Диангана хорошо сыграл, хороший пас, хорошим парашютиком на Джалиано переводим. Джалиано с мячом. Джалиано подача блокирует игрок соперника. Кабак первый на мяче. На Донаруму пас дает. Миленди. Диангана. Джалиано. Передает Эванс. Эвансу еще не удается вырваться вперед, но нужно парня тренировать. Не знаю, до 75 дотренирую его, но до 71 думаю точно должен дойти. Но дай бог, чтобы и до 75 дошел. Хочется выполнить задачу руководства. Отбирают мяч. Так. Выбивают мяч вперед просто.
Я первый на мяче, на Донаруму. Донарума. Пас наперед на Меленди. Корео. Корео на Диангану. Диангана с мячом передает на Джилиана. Джилиана дает пас вперед на Шапаренко. Шапаренко бьет, блокирует удар центральный защитник. Мяч у Вест Хэма. Джилиана с мячом. Мелендо. Мелендо на Эванса. Эванс ждет поддержки, забегания какого-то игрока. И его никто не поддержит, и он теряет мяч. Ну, ребята, открываться нужно. Нужно открываться. Он хотел дать пас верхом. Наперед, а вы не поддержали молодого парня. Джилиана хорошо себя демонстрирует в этом матче. Очень понравился Джилиана, как себя показал, при том, что у него рейтинг пока минус 58. То есть, то ли еще будет. Хорошая передача на Джилиана. Джилиана с мячом. Но уже он устал, сильно устал игрок. И его нужно заменить. Нужно заменить Джилиана. Заменим его Адамсом. И давайте выпустим Ляо вместо Эванса. Пусть тоже молодые отдохнут. Провели хороший дебют. Один из них хорошо отметился, второй хорошо открывался. И Ляо сейчас покажет свой уровень футбола. Сразу демонстрирует хороший пас. И ему сразу игрок открылся. А Эванс у нас игроки не открывались так хорошо. Не хотели с молодым играть так. Вот что значит более опытный игрок. Сразу под него открывается, зная, что у него хватает мастерства на хороший пас, на хороший удар. Филипп Андерсон бьет, и отличный гол получается, мощный в дальний угол правый, который воротнику вряд ли получилось бы взять, практически не берущийся удар такой. И видим, Диангана полузащитник забил, Джилиана полузащитник забил, и Филипп Андерсон также полузащитник. Пока мест наш форвард, форварды наши не отмечаются в этом матче. Хорошо, защита моя играет. Отбирает мяч. Сейчас же его и потеряет. И снова будет с мячом. И снова его теряет. Сплошные ошибки с обеих сторон только что были. Ляо с мячом. Ляо не спешит. Делал хорошую передачу наперед. Не прошла. На Мелендо был пас тогда, но он не прошел. Хороший отбор на Филиппа Андерсона. Филипп Андерсон прокидывал на Ляо, но защитники блокировали этот удар. Хороший подкат. Шапаренко с мячом на Ляо. И Ляо прокидывает себе наперед. Да, уже играюсь. Балуюсь. Уверенная победа, добавили 2 минуты и уже они истекли. Все, друзья, до новых встреч, до новых выпусков, пока.